Меня зовут Татьяна Викасова, я из города Можга, Удмуртия. Мне 51 год. Компании «Ксанка» я с 25 ноября. Соком начала пользоваться в декабре месяце. Получила очень хороший результат по своему высокому давлению. У меня давление доходило от 200 до 220. Каждый год лежала в больнице на койке под капельницей, меня отхаживали. И когда я начала пить сок по 30 мг 3 раза в день, то мое давление в первые же месяцы нормализовалось. До сегодняшнего дня я до сих пор не принимаю ни одной таблетки. И даже благодаря такой погоде летом в жару я не попала ни в больницу, ни под капельницу. В январе месяце я также начала капать в глаза сок по одной капельке в каждый глазик утром и вечером. В конце января я уже почувствовала, что я стала видеть намного лучше. Сняла очки, зрение мое было плюс 1,5. Теперь я читаю без очков, пишу без очков. В мае месяце я проходила диагностику по почкам. Диагностика есть до, и теперь диагностика, которая в мае месяце. Моя почка поднялась на 1,5 сантиметра. Почку теперь, я можно сказать, не чувствую, боли мои ушли. В июле месяце я почувствовала, что я похудела на 8 килограммов. С февраля месяца я начала пользоваться косметикой Glimps. Косметика очень мне нравится. Кожа моя на лице сильно помолодела. Прошла подтяжка подбородка. Подбородка практически у меня сейчас не стала. Люди теперь даже стали замечать, что я похудела и выгляжу намного моложе. Заинтересовались и теперь идут со мной в компанию. Спасибо за внимание. Я очень благодарю компанию «Ксанка», благодарю «Сок». И очень хочу всем пожелать, чтобы многие нас слышали и подтягивались за нами.